Привет, mis queridísimos amigos, amigas, padres, бабушкас, папушкас, бабушка, дедушка. На русском. На русском. Чтобы я потом не переводила. Я. Русский. Тробудин. Добрый день. Добрый. До. Добрый. День. На. Всем привет, ребят. У нас... Хотя погода нас вообще не радует. У нас в этом году удивительное просто лето. Сегодня вообще хотели поехать в одно место, очень красивое, на водопад. Но передают дождь как раз вот в обед, где-то в час в два будет дождь, гроза. Сегодня ничего не получится, будем сидеть дома, отдыхать, каникулы у нас. Только недавно все проснулись. Маргарита, кстати, еще спит. Посмотрим, спит она или не спит. Может, уже не спит. Спит еще. Ладно, не будем ей мешать, пусть отдыхает. Вчера поздно легли спать, поэтому... Бончик! Дай пять. Молодец! Дай лапу. Молодец! Это Ксюшин завтрак. Салат. Кстати, мы Бонни познакомились с одним шпицем, но они только один раз виделись. Такой хорошенький, пушистенький мишка. У нас немецкий шпиц, а там померанский шпиц. Вот, и мы договорились, обменялись номерами. Надеюсь, все получится, и у них будут щеночки. У Бонни течка, скорее всего, насколько я помню, она у нее была в январе. И через 8 месяцев у нее следующая. И если я не ошибаюсь, она у нее будет где-то в августе, в сентябре. Ой, Бонни, дай сюда. У нее от 1 до 3 щеночков могут быть. У ее мамы было всегда 2 щенка, поэтому может быть вероятность того, что у нее будут 2 щеночка. Либо 1, но не больше 2. Хозяйка той собаки, она сказала, что ей ничего не нужно платить, что она просто хочет щеночка. Вот, и мы такие подумали, вдруг родится один щенок, как его пополам делить. Мы как бы себе тоже хотели оставить. Срежу пополам. И она себе тоже хочет просто щенка. Ты понюхай. Будем надеяться, что все получится, и хотя бы минимум будут 2 щенка. Отпусти мячик. Отпусти. Отпусти. Смотрите, кто у нас проснулся. Привет. Смотрите, сколько время. Поупирала. Приятного аппетита. Поедем сейчас, съездим в магазин. Да, обувной магазин, да. Максу нужно купить специальную обувь для футбола. Футбол играть с такими шипами. Все-таки пошел дождь. Нет. Маргоша не хочет с нами идти. Маргош, пойдем прогуляемся. Банхоф. Папа тут проверяет снаряжение наше для съемки клипа. Стабилизатор. Что такое? И нужно его проверить, подзарядить. А, это для камеры. Да, вот для камеры. С собой возьмем для клипа. Такая вот погодка сегодня в Люцерне. Но все равно есть, люди гуляют. Куда? Приехали мы на вокзал. Зачем тебе маска? У меня нет маски, Ксюш. Вот одна есть. Приехали мы на вокзал, потому что это единственное место, где в воскресенье открыты магазины, что-то можно купить. А так вообще в воскресенье все закрыто, но на вокзале открыто, поэтому мы приехали сюда. Макс хочет в футбол играть, учиться. Мама. Не нашли мы Максу обувь, это не детский магазин, там только была взрослая обувь, поэтому... Нужно ехать в другой магазин обуви. Нарисовал чем-то? Что? Это Маргарита. Так, у нас здесь открылся салон маникюрный. Это Каролина. Так, кто будет делать? Голова. Я буду делать. Картинский рояль и трубки старака. А я куда должна пойти? Сюда. Так ты ей гелем, что ли, будешь? Это салон, Каролина. А лампа только гель сушит, она не сушит простой лак. Я хочу Моргенштерн, пожалуйста. Мне тоже нужен маникюр, сделайте мне тоже. Я хочу Моргенштерн. Что? Я хочу Моргенштерн. Что? Да. Как можно нарисовать на ногтях Моргенштерн? Да. Ну, давай. Рисуйте, а я пойду кушать готовить. Ксюша, давай кушать готовить. Что будем готовить? Попробуем. Съедобно. А потом пол не будет липкий? То есть это не липкий, а скользкий. Это же мыло. Мама, ты кто-то?
чем черные ногти. Эта футболка хорошо подходит к этим шортам. Там цвет один. Оранж. Твои школьные тапочки? Я чуть не упала из-за них. Ну, выброси уже. Мама, я думаю, они кушать хотят. А этот нет. У вас там не будет сменной обуви? Нет. В новой школе не будет? Нет, по-моему, нет. Мама, смотри, какие маленькие финки, смотри. Она не вот хотела, я их хотела. Ксюша, тебе Маргаритин как раз. Да, как раз. Да, вон. Мама, у меня такие же тоже, видишь? Нет, они как у меня. Я как раз же. Ничего не торчит, пятка не торчит. Куда собралась? Я иду гулять. С кем? С подружкой. Моей подружкой. Это твоя одноклассница. Это моя подружка. Что-то там такие длинные рукава, как будто кофта. Мы XS взяли или S? XS. XS? Такие рукава. Мама, смотри мои паточки. Угу. Да выброси уже. Они уже тут или такие? Или ты их на следующий год оставишь? Вот это. Много. Я почти не упала из-за этих. Вообще там не холодно, зачем ты толстовку надеваешь? Не холодно? Мама, я хочу такие паточки. Ты когда придешь? Не знаю. Как ты не знаешь? Я не знаю. Не, нормально, иди так. Ты же видишь, сейчас вечер скоро будет. Нормально. А на чем вы поедете? Бус, ой. На это... поезде? Да. Да, на поезде. А пешком? Так же недалеко пешком. На пешком. На пешком. 45 или полчаса. А на велике? На велике 10. 10-15. 10-15. Почему у нее зубы постоянно видно? 12 минут на велике. У нее зубы видно постоянно. Слушай, у нее зубки видно нижние. Смотри на меня. Мама. Я решила немножко здесь порядок навести, кое-какие коробки оставить. Эти коробки, в принципе, я не буду уносить, пусть они стоят. Вещи Маргариты и Ксюши, они их будут доставать, скорее всего. Толстовки, теплая одежда и там всякие школьные принадлежности. Пока здесь оставлю. Вот это вот я унесу в подвал. Сюда я стала складывать вещи, которые нам нужно будет взять с собой в Испанию. Там маски, ласты, надувашки. Две надувашки. Это донатс и мороженое, чтобы там надувать, плавать. Пистолет, не знаю, навряд ли нам нужен пистолет. Так, зонтик обязательно возьмем с собой. И Бонни обязательно возьмем с собой. Было бы хорошо вентилятор с собой взять, потому что я знаю, что там жарко. Но если он поместится только, это мы потом посмотрим. Если место будет, то возьмем. Ну и все. Отсюда тоже все убрала. Отсюда тоже все убрала. Оставила только полотер полы мыть. И это здесь у меня набор маникюрный. Все лаки, я не знаю, буду себе, не буду делать маникюр. Посмотрим, подумаю. Пока уносить не буду. Это все сейчас я унесу в подвал. Решила приготовить плов. Дети очень захотели. У меня говядина была. Сейчас она хорошенько потушится, чтобы она была мягкая. Так, все. Плов почти готов. Я сейчас залью водичкой. И 30-40 минут и будем кушать. Плов готов. Получился вот такой вот рассыпчатый. Все, приятного аппетита. Я сейчас сделала салатик. Маргоша пошла с подружкой гулять. Салатику немножко. Куда? Не знаю, куда-то. Салат будешь? Паточка. А, ты еще не дорисовала этот рисунок? Угу. Я думала, ты уже давно дорисовала этот рисунок. Многие спрашивали, почему Ксюша сидит здесь, в зале, почему она перенесла компьютер. Просто здесь лучше ловит интернет. У нас стены очень толстые. Плюс еще находится комната очень далеко. И в той комнате очень плохо ловит интернет. Поэтому она перенесла мама, его сюда. И когда она играла... Да, когда она играла в Fortnite или в свои игры компьютерные, в общем, интернет очень плохо ловил. Не доходило. У нас вышло солнышко наконец-то. Я хотела помыть окна вообще-то. То, что я стригла, уже почти сравнялось с тем местом, где я не стригла. Быстро трава растет. Вот это удобрение, которое мы насыпали, оно очень хорошо помогает. И у нас, знаете, у нас завелись тараканы. У нас было это в прошлом году тоже, именно летом. Тараканы, они
где-то, мне кажется, они вон там, в нашей кладовке. Там я находила тараканы. И вообще я не знаю, откуда они. Мусорка от нас не очень далеко. Может, они от мусорки бегут сюда. Сегодня одного таракана прибила. Он там, он по стене полз. Вот. Так что у нас такое бывает. Именно летом. Смотри, а почему у нас растет, а у них нет? Ну, мы удобрения насыпали, поэтому у нас растет. А тут вообще прям заросли. Заросли. Тяжело потом стричь. Мы думали купить газонокосилку такого робота. Он сам подстригает газон, но он подстригает именно коротенький. Вот один раз, если пройдешься газонокосилкой, и потом он эту короткую травку подстригает потихонечку каждый день. Это то же самое, как робот-пылесос у нас есть, пылесосит сам. Это робот-газонокосилка. Один раз газон нужно подстричь коротко, и все, и потом робот сам будет подстригать хоть каждый день. Он будет ездить по этой площадке и стричь. И травка всегда будет короткая. Поэтому думаем, купить ли нам этого робота-газонокосилку. Он не дешевый, конечно, цены у него хорошие на такие роботы. Подумаем. У нас осталось 4 денечка до нашего отъезда. Заезд в квартиру, которую мы сняли в субботу в 5 часов вечера. Нам отсюда, с нашего дома до Испании, ехать именно до той квартиры. Если считать с остановками, а мы останавливаться, конечно, будем, потому что без остановок невозможно, нам ехать где-то 13-14 часов плюс-минус. Поэтому нам нужно выехать примерно где-то, может быть, в 2-3 часа ночи в субботу. Вот. И как раз мы где-то к вечеру приедем. Мы хотели выезжать в пятницу вечером, но не получается. Мы тогда очень рано приедем, и нам как бы на улице ждать. Где нам там ждать? Сразу идти на пляж купаться. Вот, ехать нам долго. Если кто-то думает, что это близко, нет, ехать нам долго. Если посмотреть по карте точно, точный путь и время, то 12 часов. Но мы считаем сразу плюс 1-2 часа на остановку. Немножечко размяться, отдохнуть, может быть, поспать. Папе придется, наверное. Может быть, папа у нас поспит часик. И потом поехать. Переживаю только за собаку, как она перенесет такую долгую дорогу. Нам нужно обязательно перед отъездом сходить к ветеринару и сделать ей прививку. Вот что нам нужно не забыть. Бонни. Прививочку и как раз взять таблетки от укачивания. Хомячков мы... Да, хомячков мы оставим нашим друзьям. В комментариях кто-то написал, почему вы не возьмете с собой хомяков. Да просто невозможно, куда мы их возьмем. Во-первых, аквариум, он огромный. А брать просто в какую-то там кормушку маленький домик или еще что-то, ну зачем? Нет необходимости брать с собой хомяков. Собака, это понятно, это собака. Макс, не надо, ты испортишь сейчас это для Бонни. Тем более там жарко им будет. Они все равно целыми днями спят, и их только тревожить этим переездом не нужно. Девчонки обязательно снимут видео, где они будут собирать свои сумки. Вещей много брать мы не будем. Машина у нас не очень вместительная, не такая машина, которая у нас была в прошлый раз. Посмотрим, что у нас вместится. Там немножко... У старой машины был багажник немножко побольше. Вот, а здесь маленький. Поэтому, ну, в принципе, на 7 дней главное, что взять. Полотенце взять, одежду сменную и все. Больше ничего не нужно брать. Маргоша вернулась, как погуляла. Она, оказывается, ездила гулять в свою новую школу. Возле новой школы. С подружкой. То есть эта девочка, она училась с Ксюшей раньше. Вот, а сейчас она будет учиться в старшей школе с Маргаритой. И так она одноклассница Ксюши. Только они вместе переходят в другую школу. Как ее зовут? Цолани. Цолани. Такое имя интересное. Цолани. Как цунами. Как цунами, да, только цолани. Ты, наверное, ждешь, не дождешься, да? Хочешь школу новую? Да? Сейчас каникулы быстро пройдут. Раз, два, один. Сейчас вот недельку отдохнем. С отпуска приедем, там месяц и в школу уже. Ну все, опять школа. Школа. Мы тут маникюрчик делаем, Маргарита попросила на лето сделать. Но я ей не наращиваю, длину не делаю, просто на свои крашу гелем. Только цвет мы еще не выбрали, я сейчас накрашу базой сначала. А цвет пока еще не знаю. Она хочет прям белый-белый-белый. Он такой будет, как это... Как замазкой замазала белый. Я вот думаю, тоже себе что ли сделать. Не знаю. Я тебе сейчас могу сделать. Обязательно тоже она сделает, и я захочу тоже. Мама, я тоже хочу.
На тебе вообще не держится, я не знаю почему. Ты сгрызаешь? Вообще, у тебя, мне кажется, тебе не нравится, когда у тебя... Мне как бы... Когда у тебя что-то на ногтях, тебе не нравится. Мне не раздражать, я хочу так снять. Так ты зачем красишь? Я хочу. Я сегодня тебе только накрасила, и уже у нее... Три ушла. Мама, а синий? Оранжевый, морковка. Это голубой. О май гад, морковка. Ну, вот Маргарита захотела такие цвета. Фиолетовый, голубой, розовый, желтый и персиковый. Персиковый. Персик. Покажи. Подержи. Питачей. Питачей. Пастельные. О себе я, наверное, буду завтра делать, потому что время уже 11. Это быстро сейчас, 12 час уже. Вот такие вот ноготочки получились. Нежные. Тупрушки. А, у нас к теремы шли бахан. Готово. Yes. Thank you. Не за что. Носи аккуратно. Что это такое, Маргарита? Что? Пенью? Что такое пенью? А? Ее еще она в туалете лежит. Пойдем гулять. Вон, пойдем. Пойдем, быстрее, пойдем. Время уже 1:30 ночи. Вон, пойдем. Пойдем. Перед сном надо погулять. Обязательно. А то нам она наделает с утра пораньше. Мы же сейчас рано не встаем. Мы встаем в 10:50. А она уже в туалет хочет в это время. Если ночью не выгулить, то это вообще так быстро. Так быстро сходила? Умничка маленькая. Умничка ты. Давай все, иди. Рыжая красавица. Все, иди спать. Хочу, чтобы ночью мне полы помыл. Мой полотер. Пока мы будем спать, утром встанем, все будет чисто. Так, в общем, надеваю вот эту тряпочку. Я сейчас его запрограммирую, чтобы он мне помыл полы на кухне и в гостиной. Нужно проверить водичку, чтобы ему хватило. Даже меньше, чем половину нужно налить, а то ему не хватит. Специальную жидкость. Наливаем. Все закончилось. Закрываю. Обязательно стулья я поднимаю, чтобы он прям помыл под столом. Банька, это не твое место. Деловая. На подушечке она очень любит лежать. И спи, деловая. Пока я включила, чтобы он пропылесосил быстро, собрал всю шерсть, мусор лишний. Я хочу, чтобы он помыл гостиную, коридор и кухню. Все, включаю. Начать сейчас. И поехал мыть полы. И это тоже заканчивает. Уже спите, Бонечка. Пока. Я зашла сказать спокойной ночи. Все. Спокойной ночи. Всем пока. Кто проснулся? Никто не проснулся.